Ну да. Что, как начать планируете? Да, дома. А подарок уже придумали? Да. Если не секрет, самый лучший подарок с вашей точки зрения? Ну, самый лучший подарок для женщины, мне кажется, это внимание, забота, доброта. Конечно. Как будете отмечать? На работе. На работе. А подарки уже придумали? Конечно. А что, если не секрет? Совместный слепок. Слепок? Да, из гипса. Слепок лица, наверное, да? Нет, рук. Рук. Да, завтра будем сидеть дома. Сидеть дома, смотреть фильмы, чаек, вместе отдыхать в обнимочку. А подарок уже придумали? Да. Ну, наверное, не буду спрашивать, секрет. Что. Секрет. Все правильно, секрет. Нет, не буду. А почему, если не секрет? Это не наш праздник. А чей? Заграничный. Наш 8 июля. Конечно. Так, а придумали, что подарить уже? Да, вон иду в магазин. Выбирать, да? Да. А что, если не секрет? Коробочку такую. Ой. Коробочку. Туда всяких ништяков накидаю. Цветов, как всегда. Ну, как без цветов? Не знаю. Не принято у вас отмечать его? Не, зачем? Я не понимаю, что это за праздник. Да, конечно. А как будете отмечать? С мужем. Подарок уже придумали? Да, придумала. А что это, если не секрет? Не скажу. Секрет, да? Да, это будет секрет.